Мы с Нежном проживали до 2014 года. Я муж и двое детей. У нас было там свое жилье. Все было нормально. Я педагог, муж шахтер. Ну, жили, не тужили, пока не случились такие события, что наш город оккупирован стал. Мы ни на секунду не задумывались, бросили все свое имущество, взяли детей под мышку, две сумки и уехали. Уехали в Мариуполь. Мариуполь на тот момент был уже вроде как безопасным городом. Ну, оселились там, стали обживаться. Я пошла работать по своей специальности. Муж шахтер, пришлось переучиваться, и он пошел работать в Мединвестпромсервис огнеупорщиком. Ну и вот так он работает по сей день, да, 7 лет, почти 8 мы прожили в Мариуполе, все нормально. Как бы город развивался, мы развивались тоже, обжились, тоже как бы купили свой дом. Ну, пожили мы там всего 2 месяца, и опять пришла война. Опять оккупация, опять разрухи. При первой возможности, когда можно было выехать, мы выехали, опять же оставив все там, без ничего, без вещей, только с детьми, с документами и с котом. Ну, приехали в Запорожье и остались там. Муж также и, ну, связался со своим руководством, ему предоставили на Запорожье, стали рабочее место. Как бы так он и остался работать в МПС. Я пока без работы. Ну, занимаемся бытом, обживаемся. Да, в Запорожье неспокойно. Но так как муж там, и мы стараемся держаться рядом. Поэтому, когда позвонили, ну, мы очень обрадовались, что появилась такая возможность эти 3 недели побыть в спокойном регионе и как бы получить, ну, максимальную пользу для себя и для ребенка, отдохнуть, набраться сил, как бы успокоиться, ну и с новыми силами вернуться в семью и также продолжать стрессовать и бояться, и ждать победы, когда это все закончится. Расскажи о лагере, что тебе здесь понравилось? Ну, во-первых, природа, то есть это место супер, которое, ну, природа лечит сама по себе, эти горы, лес, чистый воздух, очень мощная команда профессионалов, которые с нами работают, да, активности, которые помогают снять вот это напряжение, да, как бы, ну, получить какую-то разрядку. И в то же время эти активности способствуют, ну, как бы, знакомству, да, сплочению, ну, от всех команд, ну, всех участников. Очень нравятся мастер-классы, арт-терапия, да, узнала о себе много нового, что, оказывается, можно творить такие чудеса, да, из подручных материалов. Моему сыну здесь очень нравится.